Ух ты! Ваша первая коллекция. 10 гривен? Да. Шикарно. Да. Это 10? Да, да. Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. В этом видео вы увидите реакции продавцов на новые монеты 10 гривен. Вот такие красивые юбилейные. И это будет проходить в Одессе. Именно в Одессе я буду платить этими десятками. Также в конце видео мы разыграем вот такие монетки. Так что досмотрите до конца, узнайте условия. Ну что, поехали. Так, зайдем-ка в Ощадбанк в Одессе. Может быть, здесь есть что-то того, чего нет в Харькове. Получается по 5 монет старых штук, да, и один ролл поветренной сыла. Отлично. Нумизматы часто приходят? Да. Ну, класс. Приходят. Итак, зашел я в отделение Ощадбанк, базарная 17, прикупил здесь обычных десяточек и 10 гривен, гляньте, какие. Ну что ж, будем тратить, посмотрим, как одесситы реагируют на эти монетки. Давайте тратить. Что это? 10. Ничего себе. Да. А сколько у вас эти копейки, если не секрет? Ну, жменька есть, потратим по дороге сейчас на мой. А можете показать, я хочу вас обменять? Да, они все одинаковые. Вот только вот такие вот? Да. А еще есть такая киборги. Киборги? Да. А ну-ка, давайте. Все, спасибо. Все, удачной коллекции. Так, гранат. По мелким мелочи? Как желаете. Давайте копеечки. С морем. Раз мы на море, будет вам в коллекции. Классно. Такие бывают? Mm-mm. Ну, вот будет ваша первая коллекция. 10 гривен? Да, да, 10. Спасибо. Серьезно? Да, 50 такая. Да. Так, что там? Это 60. Нравится? Да. Шикарно. Да. Спасибо. Пожалуйста. Так, вам еще сдавать 5 гривен? А, да, давайте. Я уже собрался уходить. Я первый раз вижу. Я в коллекции пущу обязательно. Да? 18-й год еще? Ну да, их недавно начали выпускать. Да я там знаю, я не знаю. Я спасибо. Я видела просто там на 5-10, у меня уже много, ну, с кассы, то есть. На сдачу. А такого еще? Все, будем вам приходить. Спасибо, большое до свидания. Спасибо, заходите. Да. Очень приятно. А сколько там? 76. А вот такую возьмите, у вас такой нет. Возьмите, возьмите. Смотрите, какая красивая. Это что я с ними делать буду? Это же юбилейная десяточка. Будет, да, вас радовать. Ну гляньте, какая там. Там моречка нарисована. Нифига себе. Как она? Класс. Не, я ее сохранил. Я сам это, моряк, короче. Да? Да. Это да. Лучше, чем нифига просто себе. Десятка. Спасибо. Там как раз. Большое спасибо. Да. Ух ты! Это новые рубли такие? Да, гривны. Давайте вам с моречком вам дам. Вот такой вот. Вот такие вам десяточки. Подойду? Это 10 гривен? Да, такие? Да. 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 Нравится? Спасибо большое. У меня просто 10 гривен, но они маленькие. А, ну это чуть-чуть побольше, юбилей. Какие-то как юбилейные, да, что да. ли? Морского флота. Это вообще... Как раз в Одессе, да? Да. Ну, все будут вам в коллекции. Да, это какие-то, я читала в новостях где-то, что они выпустили какие-то вот эти юбилейные. Да, все, спасибо. Спасибо вам. До свидания. Да. А, здрасте. А, мне нужна масочка. Есть у вас? А надпись «Одесса» там нету? Можно написать, ручка есть. Ага, да. Красивых никаких. Красиво. Это для масок специально. Это что-то поинтереснее. Поинтереснее? Да. Нет, обычные. Нет. Без этих коллекционных монет. Окей. Просто, да. Просто поинтереснее. Да. Давайте вам поменяем. Давайте. У вас есть 10 гривен? Да, конечно. А вам подойдет самолет? А у вас разные есть? Ну, разные. Да. По какому курсу поменять? Я не знаю. Давайте 10. А у вас еще какие-то есть, да? Ну, не знаю. Подписывайтесь на канал в Ютубе «Монеты Украины», «Фартовый коллекционер». Там много разных. А с одесской тематикой? Вот, с одесской тематикой тоже есть. Есть день рождения. А ну-ка скажите еще раз сайт. В Ютуб-канал «Монеты Украины», «Фартовый коллекционер» называется в Ютубе. Сколько пресс стоит? 10. Маленькие. Ну это большие, красивые. Такие разные. А? Да. И прямо можно клад себе найти. Сундук с коробочкой с ключиком. С ключиком.
Друзья, в Одессе, конечно же, стоит посетить барахолку, староконный рынок, куда я и поехал. Сейчас вы еще увидите небольшую реакцию на монету 10 гривен на этом рынке. А по поводу конкурса, друзья, если вы хотите себе вот такую монетку, просто подпишитесь на мой канал, оставьте любой комментарий. И как только на канале будет 45 тысяч подписчиков, я разыграю 5 вот таких вот разных монет. Так что подпишитесь на канал, оставьте комментарий и... Скоро будет розыгрыш. Ну что ж, последняя реакция и всем пока. Обычный каштан белый. Давай. Ага. И как раз последний. Ох, класс. Как бизнес идет? Так это. Угу. Это хорошо. Держи 5 и 10. Такая возьмешь? Это 10? Да, да. А, да, вижу. 10 гривен. Да, да. Сейчас я сдачу. Ага, давай, давай дойдем. Угу. Нравится?